Как же избавиться от приливов во время климакса? Если вы смотрите это видео, то вам точно нужно подписаться на мой канал. Здравствуйте, меня зовут Бая, мне 57 лет. И 7 лет назад я, так же как и большинство моих ровесниц, стала жертвой климакса и начала испытывать ужасно неприятное состояние в виде приливов. Приливы – это ужасно. Блин, это было так противно. Я не буду ничего говорить, потому что каждая, кто это испытала или испытывает, знает, насколько это неприятно. Это неприятно не только физиологически, но это еще и весьма ощутимый удар по психике. Женщина, которая испытывает приливы, она вот здесь понимает, что происходит что-то ужасное. Происходит какой-то крах, крах ее как молодой женщины и осознание того, что ты куда-то катишься в какую-то пропасть, в пропасть старости. Оно убивает, оно деморализует. Когда я впервые испытала прилив, я поняла, что я переступила какую-то черту, и моя молодость осталась позади. Да, вот такое печальное впечатление произвел на меня первый прилив во время моего климакса. Что же делать, как избавиться от этих проклятых, ненавистных приливов? Этот вопрос, конечно же, волнует всех моих ровесниц. Мне повезло. В то время, когда я стала испытывать это ужасное неприятное состояние, я познакомилась с методикой очищения организма. Я, недолго думая, решила, что нет более подходящего момента испробовать эту методику как состояние именно сейчас, во время того, как у меня начались эти жуткие приливы. Я подумала, а что я теряю? В принципе, я много лет загрязняла свой организм, и если я сейчас начну его очищать, я не потеряю ничего. Но в любом случае, если даже очищение организма не поможет улучшить вот это состояние с приливами, то оно, скорее всего, поможет в каких-нибудь других аспектах. И наверняка я избавлюсь от каких-то заболеваний, которых у меня к тому времени уже было немало. Наверняка я потеряю несколько килограммов. И вот так рассуждая, я и начала практиковать очищение организма, и, о чудо, произошло то, чего я никак не ожидала. Я ожидала, что я избавлюсь от одного своего противного заболевания, которое преследовало меня полгода. Это плечо-лопаточный периартрит. Но в итоге оказалось, что я избавилась не только от него, но и от ряда других. Об этом как-нибудь попозже. Я думала, что я потеряю несколько килограммов, ну, может быть, там 5, да, где-то 7 килограммов. Но в итоге, практикуя очищение организма, я потеряла 26 килограммов лишнего веса. И что самое замечательное и самое чудесное во всей этой истории, мои приливы закончились ровно в тот день, когда я вступила в практику очищения организма. Ну, может быть, прямо не в тот же день, но где-то на день третий или четвертый, с того момента, как я начала очищать свой организм, я поняла, что приливов больше нет. Я сначала подумала, что это временное явление, что, наверное, они просто, ну, немножко как бы утихли, но они придут, наверное, еще, но они не приходили и не приходили и не приходили. Прошло полгода, приливы не вернулись, прошел год, два, три, приливы так больше не вернулись ко мне. И это была огромная победа в моей жизни. Я даже не ожидала, что такая простая практика, как очищение организма от шлаков и токсинов, может помочь в такой глобальной проблеме, как ликвидация приливов во время климакса. Я допускаю, что вы еще не знаете, что это такое очищение организма от шлаков и токсинов. Я говорю об этом на своем канале уже 4 года. Очень много видео посвящены именно этой теме очищения организма. Кроме того, я создала обучающий курс на тему очищения организма.
Я написала несколько книг на эту тему, и всю эту информацию вы можете найти по ссылке на мой каталог здоровья. Ссылка находится внизу в описании к видео. И подписавшись на мой канал, вам, конечно же, нужно обязательно нажать колокольчик. Он будет оповещать вас о каждом новом вышедшем видео на моем канале. Также поближе познакомиться со мной вы можете через мой сайт-блог, ссылочку на который вы тоже найдете внизу в описании к видео. А вообще, тему очищения организма я разбирала и буду продолжать разбирать очень подробно на моем канале, поэтому следите за каждым новым видео, читайте комментарии и участвуйте в обсуждениях, и вы узнаете больше о теме очищения организма. На моем канале мы говорим не только на темы питания, здоровья, жизнь, но мы еще и очень тесно касаемся женской темы. И, конечно же, я приглашаю вас в свой женский клуб. Ссылочку на него вы найдете внизу в описании под этим видео. И я также планирую провести в скором времени стрим, прямой эфир с вами, мои дорогие подписчицы, в котором я хочу поговорить с вами именно на женские темы, именно на те темы, которые волнуют нас, женщин, вступивших в опасный период, в период климакса. Поэтому приглашаю вас оставлять в комментариях под этим видео ваши вопросы, которые кажутся вам наиболее больными, наиболее актуальными. Я постараюсь дать ответы на эти ваши вопросы на эфире настолько максимально подробно, насколько я смогу ответить на них в рамках своей практики и в рамках своего личного опыта. Надолго не прощаюсь. Ваша Баече.